смотрите, впереди какая церковь. Такая здоровая. Она хоть и разрушена, все равно гордо стоит. Уже деревьями поросла. Вот сколько она лет уже не работает. Ни служба там не проходит. А все равно достойная. Гордая такая стоит. Массивная. Большая. Вот раньше строили. На века. Без ремонта сколько. Все равно какая красота. Хоть и разрушенная. Напоминаю, это дорога на Вязьму идет. С Киевского шоссе. Коровы пасутся, какие-то породистые, черные, с телятами. Вот там еще впереди. Сами по себе ходят. Правда, электропастух поставленный. Поэтому сами по себе и ходят. Въезжаем в Ленинградскую область, Киришский район. Река Волхов. Вот впереди там плотина со шлюзами. Рыбачки рыбу ловят. Вот они. И на той стороне тоже. Вот он. Вот такая река большая. Даже рыбачка сидит в розовых сапогах. Через 700 метров поверните направо. Вот проезжаем реку Волхов. Вот такой шикарный мост. А вот церковь строится, не строится, ремонтируется. Ехать туда прямо, 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 еще раз прямо. Вот мы и подъезжаем к границе Карелии. Вот Республика Карелия нас приветствует. Все, мы в Карелии.